Я могу сказать, что еще до конца не поняли, потому что такой график был сейчас. Вот, но в любом случае это, мы считаем, неплохой результат. Это, наверное, было просто очень затратно в плане энергии и сил. Очень мало мы спали, часа по 3, иногда меньше. Спали посменно иногда. Кто-то спал, отдыхал, а кто-то дописывал. Кто-то не дописывал, потом менялись. Мы люди, у нас эмоции, и мы не настолько как в себе, мне кажется, уверены, что выходим на расслабоние. Мы уверены. Вы уверены, значит, это только я. А так каждый раз это очень волнительно, пытаешься как-то себя успокаивать, чтобы это не повлияло на само выступление. Нас поддерживал университет, во-первых, все это время, несмотря на свои тоже там трудности. Поддерживало правительство, эта поддержка прекратилась, и проблема, собственно, существует до сих пор. Ищем спонсора, пока что ищем спонсора именно в Твери, потому что были предложения от других городов изменить, так сказать, прописку нашу, но мы хотим представлять родной город.